dvhub.ru. Готовый бульончик у нас. Харо. Друзья, мы возвращаемся в эфир. Информационный портал dvhub.ru продолжает гастропаб «Жаровня» готовить вкусную еду. И сейчас мы готовим суп хаго с осьминогами. Осьминогов уже забросили, они вот там скукожились, бедненькие, маленькие. Сразу пришел, да? Да. Мы сейчас это будем делать, достанем, быстро выглядит. Осьминожки. Вот такие малюсенькие осьминожки. Можно тарелочку? Можно тарелочку? Сейчас еще поварим. Я предлагаю сварить морепродукты, так как они у нас очень крупный кусочек, можно предлагаю потом вытащить, закинуть овощи, грибы, лапшу, давай. И потом опять добавить. Чтобы да, у нас морепродукты получились. А морепродукты очень быстро варятся, да? dvhub.ru.